Все, кого мы не встречали, говорили о Карабахе. Нас познакомили с Эйгун Казимовой. Она поп-звезда номер один в стране и часто поет о Карабахе. Здравствуйте. Как вы добрались? Хорошо, спасибо. Отлично. Мы приехали посмотреть, как вы поете. Я плохо говорю по-английски. А я по-азербайджански. Что вы сейчас будете делать? Мы записываем песню «Родина, Ватан». А вы будете нас снимать? На вас военная униформа с патронами. Я хорошо стреляю из АК-47. В 93-м я месяц воевала в Зангилане и Губатли. То есть вы сражались в Карабахе? Да.